Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Так, у меня, кстати, 30 золотых монет. А это говорит о чем? То, что мы сейчас с вами будем открывать свинок. Будем открывать свинок и надеяться на то, что нам выпадет хорошее эпическое оружие. Так, у нас есть бесплатное вращение. Давай. Какая-то красная тряпка мне выпала. Подожди, а у нас арена, что ли, идет? Зачем мне арена? Мне не нужна арена, мне нужен мой остров. Конечно же, остров. Зачем мне арена? Нет, это, конечно, тоже хорошо, но не в данный момент. Бесплатно здесь тоже крутанем. Подожди-ка, нужно 27 свинок. Я думал, что 25, но в любом случае у нас с вами хватает. И что здесь выпадает? Жаждущий посох. Слабенький, да? Для нашего Чака не годится. Ну что же, а теперь пора запустить аж 10 свинок. Давай смотреть. Вау, Чак получил новую книжку. Да-да-да, пускай берет. Так, Ред, ты посмотри-ка. Это оружие лучше, чем твоя сабелька. Берем. Ух ты, для бомба. Выпал свиток. А свиток это что? Это оружие или щит? Не знаю, ребята, это щит. Смотрите, у нас опять на Реда выпал новый щит. Каменный, да, с листочком? Пускай берет. Вау, модная сумка для нашей Матильды. Бери, радость моя. Мерцающая сфера. Это для Чака. Воу-воу-воу-воу. А почему так быстро про... А, там, видимо, дубликат был, да? Поющая арфа. Это вид... Это, видимо, оружие. Ну-ка, да, это оружие. Слушай, смотри, он еще круче нашел себе безумный щит. Хм. Берет. Матильда, ух ты. Оранжевая, это легендарная, по-моему, да? Или я путаю? Ну, в любом случае, смотрите, звезды аж какие. Вечная песня, бери. Воу, фига себе гитарочка. Отлично, ребят, отлично. И я хочу еще попробовать получить бесплатно один подарочек, с вашего позволения. Так, бесплатное вращение. Давайте применим. И изысканный амулет. Но он слабенький. Все понятно. Ну что, друзья мои, пора вернуться нам с вами, наверное, на карту. Хотя, подожди-ка, что у нас тут в котелке? Так, любимое блюдо могучего орла. Смотреть. То есть это за видосик, что ли? Или нет? У меня всего 3 монетки. Здесь, конечно же, все это покупается либо за золотые монетки, либо за серебряные. Но у меня ни тех нету. Так что бесполезно мне здесь находиться. Скрафтить я, как всегда, ничего не могу. Так, заполняет стойкость на 1 единицу. Зелье опыта. Так это понятно, зачем мне смотреть. Золотой котел. Кстати, мне сказали, что как-то котел этот можно улучшить. Это правда или нет? Или это байки? Не знаю, ребят. Но мне кажется, он должен как-то улучшиться. Каким-то образом. Фух, ну что, я считаю, что неплохо мы с вами приобрели вещи, да? Гитара. Теперь надо проверить, как это все будет в боевке. Намного ли мы с вами стали круче? Потому что последние бои, вы сами видели, для меня были очень сложные. Меня там разбирали. Я там буквально на микронах выживал. Так что будем мстить, ребята, мстить. И первый уровень у нас это вот такой вот буёк. Находится рядом с кораблем призраков. Нам с вами нужно, видимо, попасть вот это, на этот островок. И, судя по всему, мы с вами вот так вот будем его оплывать. Ну что ж, давай зайдем, посмотрим, что у нас здесь за противники. Угу, коралловый риф 5-й. Свинская мощь всего лишь 69, а у меня 164, и награда капельки. А, это водичка. Ну что же, поехали. Не будем смотреть с вами рекламу, я думаю, что с ними мы справимся. Единственное, что надо подумать, кого нам взять в отряд. А, у нас уже сформированный отряд. Понял. Начнем. Ну давай посмотрим. Слушай, неплохо, неплохо. Эта дубинка бомбит. Кислотный дождь. Отлично.
Что-то весельчаки как-то слабенько у нас бомбят здесь. А что они будут делать, а? Смотри-ка, они делают какую-то суператаку хотят сделать. Я, естественно, не позволю им. Чак, давай. Красавчик. И добиваем, надеюсь. Да ладно. Все, получилось. Слушай, ребят, ну мне нравится. Мне нравится, как у нас все с вами здесь происходит. Мы с этими зомби, да, и призраками довольно быстро и легко справились. Плюс 3 звезды. Дай мне, пожалуйста, хороший бонус. Не повезло маленько. Ну ладно, ничего страшного, переживать не будем. Давайте посмотрим, куда мы с вами дальше будем перемещаться. У Чака, значит, отравление, да? Посох действует. Я вот не знаю, что лучше, отравление или молнии. Отравление, конечно, наверное, будет получше. Что такое? Вау, новое. Корабль-призрак. Пройди подземелье и получи кучу пятачков. Доступно каждый вторник. Каждый вторник, а у нас что сегодня? Четверг, по-моему, даже уже пятница. Но в любом случае, друзья мои, у нас... Ага, смотри, здесь буёк и здесь буёк. А что вот этот с буёк с черепком? 116 свинской мощи. Опять же, у нас тут нежить. Плюс один. В плане плюс один, это что такое? А, я могу позвать к себе друга. У него 84 уровень. Ну, давай посмотрим. Ух ты. А, погоди-ка секунду. Если я беру вот этого, да, свин Хрякович, у меня становится 195 мощи. А что делает свин Хрякович, можно узнать? Наносит 230 единиц урона. Крадет у цели пятачки. Пятачки крадет. И с шансом 65% зелья, использованные на цели, могут бесплатно восстановиться. Ничего себе. Действует в течение 3 ходов. Так, счастливый час. Восстанавливает 35% здоровья всем союзникам. Перец ярости заполняется на 35%. Вау, даже так. Я, знаешь, что думаю? Кого мне стоит брать? Матильду или Чака? Даже не знаю. Попробуем, наверное, с вами так. Но не забывайте, что помощь дается всего лишь один раз, по-моему, за игру. Потом нужно ждать, когда произойдет откат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько тут много призраков у нас. Чак, тут, по-моему, надо тебе разбираться с ними. Да-да-да, именно через отравление. Так, минус. Давай вот так попробуем. Отлично. Угу. Ну, этих мы сейчас с вами подобьем, а эти еще не успеют восстановиться, поэтому этот уровень мы пройдем. Ну, ты посмотри, что он сделал сейчас. Что ты сейчас сделал? Непонятно. Так. Чак, давай, будь добр, отрави. Ну, тут смотрите, сколько будет волн. Очень много. Так, продвигаемся с вами дальше. Ага. Свинфир... Как тебе назвать его? Есть Франкенштейн, да? А это Сфинкенштейн. Тяжело говорить, но действительно оно так и есть. Давай попробуем. Оп. Слушай, ну он крепкий. Мы его оглушили. Вау, это круто, на самом деле. Так, что он там хочет делать? И этот тоже, этот значит на моего дружка, а этот на Чака нацелился. Попробуем, наверное, вот так еще. Смотри, какие живучие, а. Ну-ка. Монетки, действительно, друзья мои, мы с вами крадем монетки. Давай вот так вот, наверное, сделаем. Я не хочу просто, чтобы они атаковали меня. Так, он начал копить ярость. А этот что? Так, смотри, какой жук, а. Ну, я у тебя за это монетки украду. Не, давай вот сюда, наверное, атаковать. Отлично, добиваем. И вот так вот делаем. Да что... А, нет, все, мы его вырубили. Слушай, ну на самом деле крадет монетки, и это очень круто. Лучше бы, конечно, он золотые воровал бы. Эти со стульями на голове, с подбитыми у нас тут кружками. Супер удар я пока тратить не буду. Я думаю, что он нам пригодится. Отлично. Так, давай, наверное, я этого добью. Слушай, наверное, Чак здесь не очень хорош на самом деле. Нет, то, что он травит, это все хорошо, но урон недостаточно большой наносит. Так, давай-ка мы с тобой вот этого добьем. Попробуем. Да что ты куда-то прыгнул-то, а? Эти два сейчас отдуплятся, остается один призрак.
Но с ним нам намного проще будет разобраться. Тем более он сейчас что-то там в обду... А, а этот откуда взялся? Откуда вот этот взялся, я не понял. Ой-ой-ой-ой, подбить не сможем мы его, да? И эти сейчас восстанут, два. Твою же маковку. Блин, как же быть? Так, минус. Минус, отлично, успели пройти. Они не успели все ожить. Фух, и мы с вами продвигаемся дальше. Ну, так, здесь у нас бородач. Бородач. Как думаешь, справимся своими силами? Я думаю, справимся. Раз. Блин, вот эти вот, конечно, призраки, они очень сильно бьют. Желательно их, конечно, вырубать. Этот начал копить ярость. Ну зачем ты в Чака бьешь, а? Зачем? Он в Реда бейте. Ред у нас сильный, терпеливый. Так, а эти сейчас восстанут. Эти восстанут, но не успеют сходить. Так, минус свин. Господи, сейчас эти еще встанут, которые сзади. Блин, да что ж такое? Успели, такие радостные, вскочили. Типа все у них получилось. Да как бы не так. Замечательно. Давайте, давайте мне все мои бонусы. Отлично, и мы переходим с вами, по-моему, на последнюю волну. Ёлки-палки. Что ты делаешь? Так, призыв нежити, да? Призывает нежити союзников, а ты воскрешается по прошествии трех ходов смерти. Ну, желательно мне, конечно, подбить вот этого свина, а потом попробовать применить суператаку именно вот на этого вот колдуна. Так-так-так-так-так, тихо-тихо, что тут за проклятие, тут он на меня повесил. А ну-ка. Так, ребята, сейчас будем применять с вами суператаку. Главное, чтобы Чак выжил. Он копит ярость. Блин, мне не нравится, ребята, что у нас тут происходит. Надо тратить коктейльчик. Потратили коктейльчик и врубаем с вами ярость. Кстати, коктейльчиков у нас больше с вами нету. Вот что я тебе хочу сказать. И это плохо. Это очень плохо. Кстати, мы можем с тобой заполнить ведь шкалу ярости, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Очень плохо. А шкала ярости у нас заполняется... Оу, а, это за 10 монет можно купить. Шкала ярости, по-моему, заполняется с помощью пиццы. Да, тут ее много надо будет. А вот эта рыба, если я не ошибаюсь, это уничтожает... Уничтожает всех врагов на карте. По-моему, так это работает. Ладно. Сейчас этот восстанет. Друзья мои, восстанет сейчас зомби. Ой-ой-ой-ой, что он там делает? Призыв, да, сделал? Он сделал призрак. Призрака призывал, короче. Блин, что нам лучше сделать? Нам надо... Давай попробуем так, наверное. Ага, он ватный оказался. Хочу сейчас вот этого вот вырубить. Хорошо, что он в Чака попал, а? Вот этого хочу вырубить и попробовать использовать суператаку. Суператаку. Вот, поехали. Давай бомбим этого шамана. Неплохо, неплохо, я тебе скажу. Правда, жалко, призрак сейчас восстанет. Но, в принципе, это нормуль. Мы с вами вот так вот будем бомбить пока. Так, друзья мои, мы его должны успеть, пока у него там... Что ты там пугаешь мне? Я надеюсь, добьем. Да, все отлично. И добиваем этого призрака. Ну что, я могу сказать тебе одно. У нас очень хорошо с вами получилось. Единственное, что я потратил последний свой коктейльчик. Эй-эй-эй, плачет. Три звездочки. Вау, монеток-то сколько? Ну, неплохо, я считаю, ребят. 50, 65 монет. Слушай, мне даже, наверное, хватит купить какую-нибудь шляпу. Можно, кстати, побежать и по магазинам и прицениться. Давай-ка, наверное, мы с тобой сделаем. Как раз у нас, может быть, где-то что-то откатилось в плане того, где мы сможем с вами добывать ресурсы.
Дай-ка я гляну. Так, например, вот здесь вот. Паладин, 130 монет, нифига себе. Принцесса. Причем пока ты не купишь, ты не поймешь, какие бонусы дает. Да? Здесь у нас все скуплено. Так, а здесь-то у нас что? Почему? А, ну тут пройдено, да? Тут пройдено. Так, а вот в этом магазине что у нас? Рогатка с прицелом. Но смысл покупать я не вижу, ребята. Она слабая. Я вижу, у нас здесь ресурсики откатились. Давайте заберем. Самое то. Так, а здесь я смотрел или нет? Посох, пузырь, туз треф и перьевое копье. Ну, мы видим, что это все очень слабое. Все очень слабое. Давай тогда перемещаться дальше. Тут у нас что? Жулики. Костюм. А, нет, это не костюм, ребят, это шапка. Жулики. Давай, наверное, возьмем. Посмотрим, что это за жулики. Что этот костюм может вообще делать. Здесь сундук закрыт. Здесь пока еще не откатилось у нас, да? Или откатилось, мы уже с вами все забрали здесь ресурсы. Здесь еще где-то у нас камень. Почему-то камень не восстанавливается. А полено, пенек. Пенек тоже не восстановился почему-то. Тут у нас что такое? Ага, вот, сок из морских ягод. Стоит 460 монет. Это одна штучка всего лишь. Я считаю, что это очень дорого. Друзья мои, 400... Да, это очень дорого. Мне бы, конечно, это самому бы все крафтить. Так, на арену. Почему-то вот на арену мне здесь неохота. И меня не дают таких противников мощных, которые меня просто там разбирают на ура. Что у нас здесь? Опасность из пучины. Начать в плане, он уже идет, этот ивент. Так, победи мирового босса. Сражайся с мировым боссом и зарабатывай медали события. В бой. Награды. Победившая команда получает вдвое больше наград за события. Для участия в событии нужно победить хотя бы в одном бою события. Так, а как мне... А, вот, в бой. Ребята, я посмотрю. Вы, думаю, не против будете? Надо кого-то убрать. Ну, уберем бомба, например. Так, свинская мощь 0. Обычные связи нападают в больших количествах. Особые правила. А, четверо я? Я четверых могу взять. Ага. Награда 175 медалик. Бесит меня вот эта вот реклама, которая спонтанно вылазит в ненужный момент. Так, что это? Всего лишь один чувачок у нас вот. Упс. Упс, это что такое? Это что такое? Это тыкать палочкой. Ёлки ты палки, ты посмотри. А сколько здоровья у тебя, парень, а? Так, что это такое? Одолей мирового босса, чтобы победить в битве. То есть у него еще есть и щупальцы, да? Которые, я так понимаю, тоже нужно подбивать. Ага. Ну-ка. Ну, пока вроде бы неплохо. Щупальцы не такие уж сильные. Что он сделал? Так, чего-то он замышляет, друзья мои. Он что-то... Ты посмотри, что он сделал. Он взял, схватил мне Реда. А ну-ка. То есть вначале мы подбиваем щупальцы, после этого мы должны его еще бомбить. Так, мне не нравится, что он там копит. К чему-то это плохому приведет. К чему-то плохому приведет это все дело. Вот чувствую просто. Так, у меня накопился перчик. Что-то сейчас будет. Ух, елки-палки, что он там сделал. А ну-ка. Поехали, ребята. На. Получи, от всех получи. Ну что, половину здоровья мы у него отобрали. Мы почему-то в какой-то грязи с вами. Может быть, у нас от этого меткость понижается или что? Так, а это что он там? У него там горит. Шапка такая у него, да? Погнали. Давай, друзья мои, бомбить этого свина-кальмара. Что он там делает? Я не пойму. Что-то вызывает. По-моему, побили. Ух ты. Получили немало с вами опыта. 3 звезды. Шикарненько. Так, ну-ка. И нам выпадает 15 монеточек. Так, удвой
медали и события. Конечно, удвою. Но вот, 30 монеточек и 500 медалек. А я могу еще подраться или нет? Пожалуйста, пожалуйста, дайте еще попытку. Мне понравилось с ним драться. А, наверное, всего лишь один раз, да, в день можно. Ну, чё ж так долго грузишься-то, а? Родная моя игра. Давай как-нибудь побыстрее. Ну-ка, покажите мне. Скорее всего, да, событие больше мне, наверное, недоступно. Начать. В бой? То есть я могу... Подожди, а почему медальки мне не засчитали? Уже скоро, это понятно, что уже скоро. 158, я что-то не помню, мне засчитали монеты и тому подобное. Почему жетонов нету? В процессе осталось 3 дня. Я заработал, значит, монеты, а мне их почему-то не дали. 500 монет должно быть у меня здесь. Верно, друзья мои? Или же они начисляются в конце, когда уже проходит ивент весь. Да нет, это бред. Давай еще разок посмотрим. Так, у меня... Смотрим здесь. Награда 175. Так, советы, это все понятно. Свинская мощь 0. Странно как-то. Странно очень то, что мне не достались почему-то награды. Они не зачислились. Ладно, фиг с ним. Ребят, давайте дальше с вами проходить основную сюжетку. Где у меня там корабль-то мой? Где-то здесь, да? Корабль-призрак пройден на 3 звезды. И мы с вами идем вот сюда, вот к сундучку. Свинская мощь всего лишь 85. А награда у нас кораллы, да? Поехали. Командочка у меня все та же по-прежнему. И приступаем. Тут 3 волны. Поехали. Ой-ой-ой, зачем Матильда-то мне? Зачем Матильда? Ребята, я лопухнулся. Мне нужна была не Матильда. Я хотел, чтобы у меня здесь были весельчаки. Но... Матильда, ты что, даже не хилишь? Обычно она хилит, а тут почему-то нет. Видимо, у нее вот эта гитара не для хила. Так, давай попробуем добить. Выйдет ли у нас с тобой... Крепкие вот эти вот зомбики. Ну-ка. Так, минус. Остался всего лишь один. Но мы эту волну с вами пройдем. Сейчас мы этого гаврика подобьем. И перейдем на вторую часть. Так, побежали. Монетки, опыт, все как полагается. Кто здесь? Ага. 3 рыцаря нежити. Можно было бы, конечно, применить ярость, но я, наверное... Пока приберегу. Мы этого закутали с вами в шипы, что ли? Да. Черновый куст. Блин, ты посмотри, сколько здоровья у Чака. И Матильда, как назло, у нас не может хилить. Это очень плохо. Давай-ка, наверное, вот так с тобой сделаем. Фиг с ним, посмотрим. Может быть, последний враг будет не настолько сильный. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило нам подбить. Ну-ка. Сделаем вот так. И вот так. Почему я переживаю, ребята? Потому что у меня нету отхила. Я не смогу залечиться. Последняя волна, и смотрим, кто у нас тут. Кто там у нас прибежит? Ага, опять с этим шаманом. Ну, ё-моё. Я даже не знаю, что тут лучше сделать. Что тут лучше сделать? Получить бесплатно сок из морских ягод. Посмотреть видос. Окей. И дали? Ребята, меня, по-моему, обманули. Мне не дали никакого сока, ты представляешь? Хотя рекламу я посмотрел. А, нет, дали, дали, вру, вру. Так, ну что? Я не знаю, кого нам бомбить-то в первую очередь. Призывает нежить. По идее, вот этого нужно. По идее, нам нужно в первую очередь вот этого шамана с вами наказать. Ух ты, неплохо терновый куст его бомбит. Посмотри, он еще и оглушен у нас. Я думаю, что ему крышка. Так, и будем теперь разбирать Свинштейна, да? Свинштейн, неплохо звучит. Так, давай-ка мы с тобой вот так применим. Наказываем, ребята, наказываем этого Свинштейна. Куст его добьет, да?
А мы его сами добьем. Вот и все. Прикольно. Очень круто. Так, у нас практически скоро, друзья мои, откроется новый уровень. 18-й. Ну а пока все отлично. Дай, пожалуйста, хорошую награду. Умоляю. Во. 3 коралла. Ну что же, а мы с вами продвигаемся дальше. Сейчас посмотрим, куда нашу команду занесет, как говорится, попутными водами, да, этой речечкой, или где мы там, на море с вами плаваем. Куда наш путь? Мы должны с вами высадиться на остров, по идее. Так, новое. Наложение чар. Прямо сейчас увеличь силу атаки или здоровья. Снаряжение птиц или частей флага. Новое. Мастерство повышено. Смотрите, друзья, что-то новенькое мне хотят показать. То есть я могу накладывать чары, такого раньше не было. Ну-ка, давайте-ка, мне лично самому очень любопытно. Так, что? Кликнуть, да? Кликнул. Коснись. Коснулся. Так, коснись. Плюс. Ну, предположим. Так, используя ресурсы, чтобы заполнить шкалу. Как только она полностью заполнится, предмет станет сильнее. Так, это что? Так, удача. Подожди, то есть у меня повысилась атака на 5 или что? Если честно, я немножко не догнал. Вот здесь у нас 2%, да, идет. Показано 2%. Ну, предположим, я... Ну, вот так вот сделаю. Вот оно как. Еще плюс 5, да? А камушки сколько? А камушки поменьше нам дают, видишь, опыта. Так, секунду, секунду. Сейчас я разберусь, ребят, разберусь получше с этим делом. Ну, тут нужно еще монетки потратить. Тут еще монетки ты тратишь, да? За вот это вот улучшение. Ну, смотрите. Плюс 10. Типа 3... А, что он дает? С шансом 5% оглушить цель на один ход. Хм. А я, ребята, не знаю, стоит ли это делать. А вот это что такое у нас? Зачарованные осколки. У меня есть сколько-то штук. И что мне это дает? Что эти осколки... Куда эти осколки тратить? Золотая наковальня, 125. А, так вот оно. Это, ребята, не улучшается, а, судя по всему, покупается. Вы видите, да, сколько нужно голды, 125 золотых монет, чтобы, например, купить золотую наковальню или золотой котел. А вот что с осколками, зачарованные осколки, что дают, пока мне непонятно. Ну ладно, мы с вами немножко прокачали, да, до 3 уровня посох нашему Реду. Надеюсь, это стоило того, потому что я все-таки потратил и деньги, да, и ресурсы. Что тут? Экипировано, это все понятно, не пропустите. А, это в магазине, да? Это все покупается. Ловкий трюк. Ловкий трюк. А, у нас, кстати, новая шапка же, ё-моё, я совсем забыл. Ну-ка, насколько она круче? Ну, слушай, ну... Тут-то у нас 10 уровень мастерства, да? А здесь 5. Хм. Немножко, конечно, слабее. А что она делает, эта шапка? Можно почитать? Кексовая ловушка, да? Заставляет всех врагов атаковать выбранную птицу, получая назад 100% от нанесенного урона. Действует в течение 2 ходов. А здесь с шансом 100% снимает негативные эффекты. Мгновенно снимает с цели все полезные эффекты, наносит 238 урона. Ну, не знаю, ребят, я хочу попробовать побегать вот с этой шапкой. Она же все равно будет прокачиваться, вы сами это прекрасно знаете. Так, у нас тут свинка золотая не откатилась? Нет, не откатилась. Ладно, тогда возвращаемся с вами на карту и пойдем на следующий бой. Что же дает нам вот это вот... Что мы сейчас с вами сделали? Посох Реду подняли до 3 уровня. Плюс 10 к атаке, что ли? Ну, это если плюс 10 к атаке, маловато, я считаю. Так, и у нас с вами
Ага, вот сюда мы перелетаем, переплываем. Свинская мощь 86. Пока мы с вами здесь рулим. Можно я, наверное, уберу? Не грусти, родная моя, не грусти. Так, а ну-ка. Воу. Так, тут 170, да? А тут 162. Но нам выгоднее брать, по идее. По идее, нам выгодно брать с вами Матильду. А если мы сделаем вот так? Разница в 5 мощах, да? Слушай, ну, у Чека неплохая магия. Она как раз очень полезна против массовых скоплений вот этих всяких мелких свинюшек, призраков и тому подобное, да? Потому что она травит. Вау, бородач, шаман. Как всегда, все дела, да? Приступим. Так. Ать, получил свое. Давай, в терновый куст его. Вот. Бейте Реда. Бейте Реда, я не против. Угу. А мы продолжаем. Давай, наверное, вот так сделаем. А то он там уже что-то затеял недоброе. И вот так вот. Кустик подобьет его. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватило его подбить нам. Но он не жилец. Это явно. Так, нам нужно теперь браться за бородача. Беремся с вами за бородача. Отлично. Так, этот сейчас встанет. Блин, откуда ты-то пришел? Откуда вот эти вот... Вот этот говнюш-то откуда пришел, я не пойму. Ну-ка давай их уничтожать. Ага, не получится, да? Один все-таки выжил. Но это ненадолго. Это ненадолго, буквально на один удар. Все, победа за нами. 18 уровень я получил. Шикарно. Интересно, я мастерство получу или нет? На новый костюм. А, у меня же не участвовали они в боях. Я имею в виду весельчаки. Ладно, не будем мы с вами реролить. А пойдем лучше дальше. Мы сейчас высадимся на остров. И, судя по всему, должны будем победить принца, чтобы отобрать свое еще одно яйцо очередное. Не знаю, получится у нас или нет. Хила у меня нету. Что такое? Что такое? Что это за звуки? Так, мы с вами... Ага, вот так вот мы сделали, да? Новый уровень 18, и птичья сила возросла на 5 единиц. Слушай, а он не хочет улетать, призрак-то этот? Это не принц, а призрак у нас. И за это яйцо нам стоит подраться. Ну что же, поехали, будем драться. Оу, свинская мощь 163. Замок, коралловый замок. А здесь будет, наверное, нам проблематично. Проблематично, или же нет. Так, исцеляет цель на 133 единицы, всех остальных птиц на 61. Излечение. Так, тернистое вино. Здоровье всех птиц восстанавливается на 35. Все негативные эффекты снимаются. Я, правда, на 30-35%. Но это если мы будем принимать с вами перец. Так, а сколько у нас здесь наносит урон наши весельчаки? Кексовая ловушка. Я даже не знаю, ребят. Давайте попробуем, наверное, с помощью весельчаков сыграть с вами. Можно было, кстати, посмотреть видосик, да? Приступаем. Так, Чак, давай, наверное, так сделаем с тобой. Не знаю, мне показалось, что весельчаки у меня какие-то слабенькие. О, Чак живет пока. Так, этот что-то собирается сделать на следующем ходу. Что-то противное. Что-то противное он замутить хочет. Ну-ка. Не позволим. Ох, тут слишком много врагов будет у нас. Очень много волн. Упал. Че они все на Чака-то? Во. Вот так вот, если мы с вами здесь установим, ребята, то не все будут атаковать Чака и получать урон при этом. В принципе, это неплохо. Двигаемся с вами дальше. Так, первую волну прошли, а сколько здесь будет? Раз, два, три, еще 4 волн. Еще 4 волны у нас здесь будет. Блин. Слушай, нежить тут еще. Давай-ка с собой вот так попробуем сделать. Атакуйте мне моего Чака.
и будете получать урон. Во. На, получи. Этот не стал, да, атаковать? В ответку. Так, как варик, что же нам дальше? Давай попробуем так. Ребята будут атаковать сейчас, опять же, мне Реда. Поэтому давай вот так вот сделаем. Подожди, какой... Что это? Какой-то терновый куст. Ну, давай, бомбани. И отдуплился. Ребята, у нас с вами очень мало здоровья. Не знаю, сможем ли мы с вами пройти еще 4 волн. Сомневаюсь, без подхилок к тому же. Как-то я не знаю. Я ведь ничего здесь не могу сделать. Опыт только прибавить могу себе, да? И перец. Ой, как грустно. Да и не хотелось бы тратить все это на самом деле. Ладно, если что, ребята, возьмем с вами Матильду. Возможно, придется нам взять ее, да? Что он делает? Подхил, что ли, сделал? Или что это такое? Хильнуться решил, да? Так, ну этот не успеет ничего сделать, мы его добьем. А вот этот уже начал с вами включать ярость. Включать ярость он начал. Так. Сейчас кому-то не повезет. Кому не повезет, ребят? Всем. Всем не повезло. Массовая атака у него, оказывается, была. Слушай, весельчаки, ну что-то вообще не алло, ребят. Блин, надо было Матильду брать. Я думал, будет в разы лучше. Но он что-то меня разочаровывает. Ладно, этот шаман... Или колдун, или маг. В принципе, он отдуплится сейчас. Готов, парень. Так, двигаемся дальше. Здоровья у нас очень с вами мало, очень. Фух. Так, опять шаман. Да елки ты палки, а. Опять шаман. Тут еще и призрак этот. Тут еще и призрак у нас. Угу. Хотят атаковать весельчаков. Смотри, что ты... Оу, Чака мы потеряли, друзья, с вами. Мы потеряли с вами Чака. Что же делать? Ну, естественно, переиграем. Попробуем, если что, сыграть через Матильду. Но почему-то мне кажется, что мало нам это как-то поможет с вами. Так, добьем мы с вами или нет вот этого колдуна? Колдун отдуплился. Теперь они тут все ожили. Плохо? Очень плохо, ребят. Так, задумался, так, а этот тоже, да, задумался. Хорошо. И шаман сейчас еще встанет, да чтоб тебя. Да, ребята, в любом случае тут фейл у нас. Сейчас шаман встанет. С полным здоровьем, к тому же. Не-не-не, тут, наверное, нам надо с вами сбегать. Точнее, даже не сбегать, мы здесь с вами проиграем просто-напросто. Мне сейчас Реда уничтожат. В общем, вместо весельчаков будем с вами брать Матильду. Хотя, может быть, и бомб здесь неплохо бы подошел бы. Но я бомбом почему-то здесь не играю. Мне кажется, он слабый. Ну, давайте уничтожайте мне уже Реда, в конце концов. Никто не хочет его трогать, да? Но здесь уже одному ему не справиться. Тут еще, смотрите, вон мелкую свинюшку призвали сюда. Да. Пумс. Даже вот эта мелкая козюлька наносит очень много урона. Ну давайте вы уже атакуйте, господи. Что вы тут все вокруг да около пляшете? Подбомбите мне Реда. Я хочу уже... А можно так вот переиграть как-то? Можно, да, по-моему? Ну ладно, фикси. Сейчас нас и так здесь порешают. Давай, кто тут самый у вас храбрый? О, шама. Все, ребят, проиграли. Переигрываем, естественно, мы с вами этот уровень. Воскресить птица за 10 золотых монет. Нет, не надо мне пока никого тут воскрешать. Мы с вами
попробуем переиграть. Утешительный приз. Пробирочку всего лишь дали, какую-то маленькую. Типа, на, наслаждайся. Ладно, сейчас я попробую, короче, взять Матильду. Я не знаю, может быть, Чака убрать. Чака, если мы Чака уберем. У него отравление, у него массовая атака. Даже вот и не знаю, если честно. Так, давай, приступим. Если, например, я... Вот такая команда. Ерунда, да, наверное, какая-то. Давай я все-таки возьму Чака и посмотрю видосик. Ну что, видосик я посмотрел. У меня в данный момент 206 силы. И мы с вами приступаем. Надеюсь, Матильдочка меня не подведет. Это единственный хиллер, который у нас с вами есть. Фух, поехали. Так, массовая атака, все хорошо. Давай, наверное, вот так вот сделаем. В терновник его. Вот так. И отравить всех. Так, промахнись. А, он смеется просто, да? Что это, защиту он поставил? Оу. Так, это ненормально. Так, ему крышка. Ну. Так, остается один, да? Один поросенок у нас здесь. Ну, мы его с вами уничтожаем. Двигаемся, друзья мои, дальше. Здесь все легко, да, у нас получилось. Так, этих мы тоже с вами проходили. Мы, по-моему, остановились с вами на... Какой? На третьей, да? Битве. На третьей битве. Ух ты, ну отравление на самом деле очень круто бомбит. Кстати, может быть, нам надо было улучшить Чаку атаку. Ой, мы еще и оглушенные с вами. Оглушенные, господи, что же нам тогда сделать с вами? Так, давай попробуем, наверное, сделать вот таким вот образом. Перец, нужен ли нам перец? Наверное, пока нет. Ага, остается всего лишь один. И мы его сейчас уничтожим. Кстати, здесь тоже очень хорошо у нас получилось. Единственное, что вот у Чака здоровье хромает. Но он сам по себе маг, поэтому, естественно, какая защита у него может быть? Давай смотреть, вот здесь мы с вами, да, в тот раз. Или мы этих проходили тоже? По-моему, проходили. По-моему, этих гаврюшек мы с вами тоже проходили. Ты посмотри, как яд хорошо бомбит. Что, ага, задумался. Так. Он поставил на отхил, да? Давай сделаем так. Слушай, наверное, все-таки нам надо залечиться. Во. Лишним это уж точно не будет. Ёлки-палки, я думал, что мы сейчас подобьем. А у них отхил стоит, ты понял? У них стоит отхил. Так что, друзья мои, давайте добивать тогда уже. Потому что... Минус. Вот этого минус. А, нет, не минус еще, он оглушенный. Оу, тихо, что он сейчас тут затеет? Что это такое сейчас было? Еще призвал одну командочку себе, а? Ты посмотри-ка. Позвал помощь. Минус. Так, эти будут пока у нас тут думать. Мы в этот момент их с вами разберем. Разбираем, друзья мои. Ну, Ред, ты че? Я же говорю, бить. Минус. Фух, переходим на предпоследнюю волну. Так, и тут у нас... Ага, вот с ними мы, да, в прошлый раз с вами не смогли сразиться. Точнее, мы сразились, но все равно проиграли. Так, отравим. Ой, как хорошо травится-то, а? Ты посмотри. Этот не жилец. Или сейчас он что-то тут замутит. Ой, да ради бога. Вампиризм применил, да, одним словом. Высасывает из меня жизнь. Так, вот этого ханурика добьем. Ну, изи, изи, друзья мои. Добиваем последнего гаврюша вон того. И переходим, видимо, к самому главному. Это будет босс у нас. А ну-ка. Главное его поразить. Появись, покажись, кто ты там. Ага, маг. Ох, боюсь я этого мага, ребята. Ох, боюсь. Что он делает? Что это такое? Так, ну что, будем, наверное, его наказывать через перчик. Проверим.
А ну-ка. Раз. Два-с. Воу-воу-воу-воу. Нехило, совсем нехило. Плюс у него висит отравление и терновое вино. Ну-ка. Ой, классно, уже пол здоровья отняли. Слушай, а он что-то там даже ничего и делать не хочет или не может. А ну-ка. Ой. Что такое он делает? Что он такое сейчас сделал? Защиту, что ли, усилил себе или что? Не знаю, ребята, в любом случае ему, по-моему, крышка сейчас будет. Он начал думать. Поздно ты, парень, начал думать. Тебе же уже все, хана. Отлично, друзья мои. Ну что, ты что-то взгрустнул. Вау, сколько опыта я получил. И 3 звезды, дайте мне 3 звезды. Отлично. И, пожалуйста, дайте мне хорошие призы. Так себе. Могу переролить. Давай. Да елки, это в принципе фиг с ним, пускай будет так. Новое достижение я какое-то получил. Жуткий замок. Волшебные ключи. Так, ребят, ну вы понимаете, да? Мы с вами одолели этого волшебника. Забираем с вами последнее яйцо. И мне говорят, коснись. Коснись чего? Ключа, что ли? Я получаю синий ключ. А синий ключ у нас открывает синие ворота. Значит, наша история еще не заканчивается. А, наверное, скорее всего, только начинается. В общем, все самое интересное будет у нас впереди. Главное, что мы с вами получили ключик. Так. Ага. Вау. Вот он, ключ. А колдун все-таки убегает от нас, да? У него еще 2 яйца в запасе есть. То есть нам еще 2 яйца нужно будет забрать. Так, одно он ставит сюда, на эту вышку. И опять же смеется над нами. Ну, а нам показывают именно те двери, где мы можем с вами открыть. Новое, плюс 100 монет. Птичье яйцо 3. Поздравляем, ты спас 3-е яйцо. Твоя награда 105 очков. Новое, синий ключ отбирает все синие свинские врата. И это хорошо. Давай я вот сюда вот. А, он так вот открывает. Ребята, у меня сундук здесь какой-то. А я его могу тронуть? Могу, но он не действует почему-то. Так, и что же у нас здесь, ребята? Свинская мощь, вау. Ниндзя-свиньи появляются у нас здесь. Ну что же, я очень доволен сегодняшней игрой. Ребята, у нас, смотрите, еще тут будут красные двери. Это, наверное, уже после. Ух ты, какая хорошая территория у нас здесь. Но продолжим мы уже с вами в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!